Нужно, чтобы выполнялись вот какие условия. BC равно C, ну или в квадрате равно, это то же самое. И вот будь добр, пожалуйста, написать эту систему и решить. Прям рядышком пиши. Все длины у тебя уже выписаны, надо просто без ошибки выписать систему. Да, конечно. И там скобки раскрывать тоже. И BC равно C, ну квадрат приравнивай, конечно. 2 плюс а квадрат минус 2b плюс b квадрат равняется... Да. Ну теперь надо из нижнего уравнения а выразить через b. Да это все мелочи. Важно, что мы по существу делаем. Из нижнего уравнения надо а выразить через b. А вот теперь надо верхнее уравнение упрощать. На самом деле его еще можно упрощать кое-немножко. Да. Сколько у тебя а квадрат? 2, 0, а квадрат, ничего. Замечательно. Вот и пиши. А, b сокращается, остается. Да, совершенно верно. Там может быть 4b квадрат? Ну да. Давай, давай. Что остается? B в четвертой минус 4b квадрат минус 1. Отлично. Ну, обозначил b квадрат равно t. Да, да, да. Получается равно 0. Ну, выделяй полный квадрат, чего ж. Да. То есть t минус 2 в квадрате равно 5. Значит, t это... Нам достаточно одного решения, поэтому можно писать 2 плюс корень из 5. Да, b соответственно. Да. Да, если бы написали 2 минус корень из 5, то просто бы ничего не получилось, потому что нам нужно, чтобы b было вещественным числом. Ну, вообще все. Ну, неинтересно, Коль, уже не надо, не надо. Понятно, что там а получается какое-то там число. Не так важно, какие у нас получились числа, важно, что они существуют. Заметьте, ребят, это замечательная задача. В ней можно было бы вместо вот этих вот треугольников на самом деле взять любые два. Когда вы проецируете треугольник, то вы можете, взяв треугольник любой формы, в проекции получить треугольник любой формы. Эта задача хороша тем, что там, семиклассник, зная формулу а минус b в квадрате, способен разобраться, да, с помощью теоремы Пифагора. Общая задача, она существенно труднее, потому что в ней надо уметь доказывать, что уравнение имеет решение и так далее. Но трудности чисто технические, которые 16-классники умеют преодолевать, им положено, вы еще не умеете.